В Югре появится свое отделение Союза театральных деятелей России. С таким предложением выступили актеры и режиссеры округа. Секретариат СТД РФ во главе с народным артистом России Владимиром Машковым поддержали инициативу. В Югре сегодня работает 9 профессиональных трупп, а в Союз входит более 150 югорских актеров. В ближайшее время театральное сообщество Югры соберется, чтобы выбрать руководство югорского отделения СТД РФ. Собственное отделение всероссийской организации укрепит взаимодействие между театрами и поможет югорчанам активно включиться в работу общероссийского профессионального театрального сообщества. Региональные отделения ежегодно доказывают свою значимость и вносят неоценимый вклад в СТД РФ. Союз театральных деятелей России также постоянно поощряет выдающиеся коллективы. Так, Нягинский театр юного зрителя буквально на днях был удостоен спецприза за весомый вклад в развитие детского театра России в рамках Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин».